Когда на календаре красуется дата 1 сентября, мы невольно вспоминаем свои школьные годы. Ведь именно в первый сентябрьский день отмечается международный праздник «День знаний». Именно 1 сентября малыши идут первый раз в первый класс. В этот день можно встретить радостных и взволнованных детей и их родителей, вереницами идущих к школам, и все в нарядных костюмах, у всех в руках красивые букеты. В школу долго собиралась, проворочилась всю ночь, улыбалась, наряжалась, даже кот хотел помочь. Только я коту сказала: «Кот, ты взрослым, не мешай. Раньше я с тобой играла, в школу я иду, ты знай». Школа номер 14 праздновала сегодня двойную дату. 1 сентября 1953 года впервые открылись ее двери для учеников. Сегодня юбилей в нашей школе, 60 лет. Это рубеж, ступень, на которую надо было подняться. Благодаря педагогическому коллективу, учащимся школы, родителям, администрации города и управлению образования, наша школа продолжает жить, творить и развиваться. С юбилеем школы пришли поздравить почетные гости. 60 лет как в жизни человека, так и в жизни организации – это почетный срок. Срок, когда можно посмотреть, что сделано, что еще предстоит сделать. Я вам хочу пожелать, пускай этот юбилейный год будет для 14-й школы самым лучшим. Какой же праздник без яркой концертной программы? День знаний навсегда запоминается обилием цветов, белых бантов и радостных улыбок. Ведь для каждого ребенка День знаний является первым шагом во взрослую жизнь. И даже если вы уже давно окончили школу, стоит посетить ее еще раз и приобщиться к удивительной атмосфере этого праздника знаний.